утро. Мы в машине. Я с утра уже успела выпустить серию. Сейчас у нас около 10 или уже 10 сейчас. 9:55, без 5:10. Куда мы намыливаемся? Мы намыливаемся в школу. Дети маленькие покушали уже. И мы едем за Джульеттой. Помните, как в прошлый понедельник я пропустила прием у ортодонта? В общем, мы сделали на сегодня, на 10:30. Так что едем за старшей сестрой. И они будут ей подтягивать сегодня брекеты. Делать вот такой рентген, который вокруг всей ее головы идет. И, в общем, будем делать решение насчет ее зуба, который у нее растет в ее небе, который не растет куда надо. И надеемся, что мы все больше приближаемся к той дате, когда сделают ей вот этот небольшую операцию, так сказать, когда этот зуб ей будут вытягивать куда надо, вставлять в правильное русло. Ребенок уже без зуба ходит где-то 1.5 года, потому что ей молочный вырвали, а тот растет совсем не туда. В общем, он не выходит, куда надо выйти. В общем, когда они это сделают, уже потом позже поставят ей еще один брекет, чтобы его вставить в это открытое место, где этот зуб должен быть. В общем, едем. Слушайте, друзья, я проснулась сегодня, на кухню зашла. Я вчера, у меня как после нашего ужина еще была грязная посуда. И, ну, недостаточно, чтобы, да, посудомойку всю это включать. Я, короче, сложила все в посудомойке. Да, эта посуда еще как не вымытая, но ее не видно. И я зашла, и у меня кухня такая классная, чистая. Я так, это жизнь, это жизнь. Потому что, конечно, когда руками мыть, у меня даже не всегда времени хватает все перемыть. И да, иногда, не иногда, а достаточно часто я просыпалась с грязной посудой. Я такая, жизнь. Начинаем день с грязной посуды. Я тот человек, который спит спокойно, когда у меня грязная посуда в раковине. Да. Пофигизм, друзья, пофигизм, да. Мама моя, да, она не уснет, если у нее там вилка грязная лежит в раковине. Ладно, все мы разные, едем в школу. В общем, я уже расписалась за Джульетту, быстро забежала. Хорошо, что у меня Тринка здесь, она развлекает малыша. Мне не приходится их тащить. Сегодня такая же температура, как вчера была, когда я в церковь ехала. Но ветер, и уже все, совсем другой коленкор. Вчера, говорю, так тихо было, приятно, что... А, вот сестра бежит. Такое ощущение было, что было тепло. А сейчас заметно, что не так тепло. А мы уходим, мы уже уходим. Вот сестра, look, sister's here. Yay! В общем, едем. Тринка. Сидим. Юный натуралист. О, бой. В общем, мы приехали в эту другую степь. Ну, короче, у нашего дантиста там два офиса. Мы приехали в этот другой офис северный. И это просто был капец. Как видели, мой ребенок там уже садоводничал. Странные горшки они занесли снаружи, потому что холодно было. И я вижу, что там растения растут, и бурьян. Неужели никто не может этот бурьян вырвать? Ну, в общем, малыш им помогал. Он им вырвал бурьян. Это, конечно, совсем...
совсем не то, что в другой там игральная площадка. Здесь, короче, они одну игрушку поставили, и все. И короче, мои дети там с ума сходили. Два часа мы ждали. Вначале они сделали, наконец-то сделали ей рентген, а потом, ну ладно, мы ее потом запишем на это самое, на встречу в это самое, вашего обычного ортодонта, и чтобы ей потянули. Я говорю, так по идее, я говорю, ей должны подтягивать сегодня тоже эти брекеты. А нам это не сказали. Я говорю, блин, что за испорченный телефон? Такую фигню. Короче, ну, она увидела, что я была недовольна. Я говорю, ну, похоже, что мы пропускаем уже нашу февральскую встречу. Так что главное, что они не забывают деньги у меня с карточки брать каждый месяц. И, короче, она говорит, ладно, мы ее в это самое, мы ее собачим в этот их график. Короче, потянули ей брекеты, показали мне этот самый снимок, конечно, да, там будут этот выгребать ее зуб оттуда еще долго и нудно. Ну, сейчас они посылают информацию через нашу страховку, сколько это все будет стоить. Ну, короче, да, будет интересно. В общем, летим мы сейчас назад в школу. Здесь мы успеем как раз к ланчу для Джульетты. Да, зайка, да. Короче, сбросила я Джульетту в школу как раз на ланч. У меня бензин, уже огонек зажегся, что надо бензин купить. Я хотела купить, когда Джульетта еще со мной была, на всякий случай, знаете, чтобы она... Тут мир, короче, был в машине, и она помогала мне в этом, пока я выйду. Но времени не было. Я не думала, что мы задержимся так долго, так что я сбросила, но мне надо бензин купить. К счастью, малыш заснул, так что я надеюсь, он не проснется только потому, что я остановилась. Но бензин срочно надо идти покупать. Еду за бензином. Фокус не удался, как только я остановилась покупать бензин, бебик сразу проснулся, так что развлекал тут Тринити свои песни. Что еще хотела сказать? Вчера Дэнни вышел к своему грузовику и понял, что он забыл его закрыть на ночь. Ну так, посмотрел, говорит, да, все нормально, все. Не помню, чтобы я, говорит, не закрыл его, но, говорит, видно, я забыл его закрыть. Сегодня он уже идет на работу, детей отвез в школу, и потом возвращается и забегая домой, ищет у него, как есть сумка для компьютера, его рабочая сумка, он там, если надо, компьютер берет с собой, или также хранит фонарик для его работы. Хороший фонарик, знаешь, не дешевый. И я, говорит, гады стырили мою сумку, говорит. Компьютера в нем не было, но они все равно ее стырили. Говорит, там у меня ничего особенного не было, но, блин, мне надо этот фонарик. Просто обидно, знаете. Вот как прошлый раз летом. Тоже нас это самое, наши машины влезли. Ну, видно, уже это регулярное дело. Проходят по соседству и проверяют, закрыты ли машины. Так что надо закрывать каждый раз. Я тогда тоже думала, что у меня ничего не стырили, а не могу найти кенгурушку свою. Походу, ее стырили. Ну, для ребенка. Я бы сейчас, вот вчера, когда мы с детьми играли на улице, я ж с Тринити с этим велосипедом и малой на руке, одной руке, с другой велосипед там кручу. Я говорю, да, вот сейчас бы мне эта кенгурушка, ну, совсем бы не помешала. Обидно. Поэтому и хотим уже это самое, линять с города. Весь мусор
все понемногу продвигается на юг. У нас, как по идее, соседство неплохое было, но становится хуже. А хочется быть как? Хочется быть безопаснее. Когда вот на твое личное имущество кто-то, даже если многое не взяли, но когда вот похищается на твое что-то личное, это неприятно, по меньшей мере. Поэтому да. Ладно, но тут когда вот переезжали, думали переезжать, да, вот если мы будем переезжать аж туда, вот этот дом, который мы хотели посмотреть, это уже не Талсовский район. А колледж, куда Анжелика идет, это для резидентов Талсовского района бесплатно. И Анжелика сразу: если мы переезжаем только в Талсовский район. Потому что, ну да, это платить я не хочу за колледж. А, ну, по крайней мере, если вдруг мы будем выезжать из Талсовского района, то потому что некоторые перегороды — это еще Талсовский район. Вот мама живет в Талсовском районе. Я говорю: ну что ж, придется тебя тогда к бабушке приписывать. Ну хотя бы приписывать, может жить она навряд ли там. Бабушка не уживется с Анжеликой, это 100%. Это два разных полюса, они ни в коем случае. Знаете, как вот это магниты, не тем путем их поставишь, и они будут отталкиваться друг от друга. Вот это моя бабушка, вот это наша мама, моя мама и Анжелика. Это не получится, добром не закончится. Ладно, я уже почти дома. Подъезжаю к дому. Вижу, кто-то столик этот выкидывает. Такой, знаете, что идет к... Тут, в общем, вот такая проблема. Сломалась вот эта штука. Не знаю, можно что-то сделать. Надо спросить Дэнни. И, может, перекрасить было бы неплохо и продать. Ну, посмотрим. Пока малыш спит и Тринка хрумкает, я займусь котлетами. Не уверена, если у меня будет время их поджарить. Ну, хотя бы замешу. Стирку бросила в стиральную. Посудомойку включила. Застелила маленький девчонок постель. Игрушки подобрала, так что должно быть более-менее выглядеть. Ну, столько времени потратила на этого ортодонта. Жалко. Время, но иногда надо делать. Мне Тринка после ортодонта: пошли, мама, в магазин за игрушками. Я говорю: не, маме надо другие дела делать. Какие? Я говорю: работать. Это скучно. Я говорю: ага, да, расскажи мне, что скучно. 2:40. Рисковать или не рисковать готовить котлеты? Ну, рискну. Малыш так клево спал. Когда мне пришлось его все-таки поднимать с постели, он так начал плакать. Так ему неохота было просыпаться. И прикиньте, выходим мы к машине, я уже все застегнула, детей обоих. Подъезжает Дэнни, я говорю: да елки-палки, подъехал бы ты немножко раньше, я бы тогда малого не будила. Он бы хоть отоспался вдоволь. Ну, в общем, я не оставляла детей дома. Дэнни пусть это самое проведет время в доме без нас. Некоторые, знаете, после работы, чтобы... И мы уже придем, не будем его мучать. Ладно, погода сегодня вообще, поднялась температура 63 градуса. Хоть и ветерок был, знаете, как я говорила, теперь вообще прелесть. Но я так поняла, к выходным это все должно закончиться. Так что 15-й раз у нас весна пришла.
Ладно, я вже к школі під'їхала. Ой, Скарлетт у мене во дворі, Дені слідить за ними. Короче, такой день. Тринка тоже, как вы понимаете. Габриэль сейчас. Это вывозит ведра мусорные. У нас завтра мусорный день. В общем, пока я с малышиком тут. Где мой малышик? Здесь мой малышик. Ага, до моего компьютера лезет мой малышик. І, ага, вон тринка. Там буду готовить что-то к нашим котлетам. Девчонки поели, оказывается, ни Джульетта, ни Анжелика не успели съесть свой ланч. Джульетта говорит, я все равно не успела, хоть я и привезла к ланчу, не знаю, что. Ай-яй-яй-яй, don't do that. Не-не-не. Молодец, не надо. Спасибо, помощник. Вот и так компьютер на части разваливается. Ой, мать моя. И Анжелика, она подавала, говорит, я подавала на работу, короче, на много всяких работ подавала объявление, заявку, и, в общем, пропустила ланч. Ну, это тоже дело полезно, так что я их разогрела, их не ланч, это чикен-тики-масала, что я вчера готовила. Ей! Ще, пойду сыну помогу. Ну что, мой ребенок привез меня на работу своего парня. You can say you're looking for a lamp. В общем, он, как я вам let's уже говорила, say, он говорит, он работает. Scarlett broke a lamp, ага, and that's why we're да. here. Он работает в мебельном магазине. Я говорю, ну что, пойдем на мебель посмотрим. What if we just wait here? It's up to you. I don't know what time. Он по идее должен выходить с работы в 8 вечера. Сейчас где-то. It's 7:41. We should wait until it's like. Сейчас без 20. Yeah, but it might take longer. What? I know. Well, like that's what I'm saying. Like maybe we should like go in. В общем, у нас планы. Вот магазин. Он, правда, не работает в самом магазине, он как грузчик, да. Ну, мы сейчас посмотрим. О, мне надо мусор выкинуть. У папы в машине грязно было. Я ему помогла. Ух ты! Какая... красиво! Что я тут хочу купить? Я говорю, ну, мы в скором будущем переезжаем. Я просто пытаюсь идеи найти некоторые. А что мне еще говорить? О, вот это для нас. Вот это для нашей семьи. Ух ты. Этот лавсит стоит 1692. Капец. Вот этот угловой 1257. А вот этот диван 1774. И кресло 1138. Ну, короче, сколько тут? 1005? Офигеть. Какая кровать интересная. Типа как и диван, и кровать. Ну, для детей бы неплохая. Ой, тут прям форт для детей. Ха, прикольно. Такой домик, скажем, для братьев, да? Ой, какие тут кроватки. Ой, это дейбед красивая. Ну, это все, конечно, охренительные цены. Я тут никогда нового куплять не буду. Здесь. О, элит, это тоже классно. Тут вам и ящики под низом. О, Бебечкина. Ну, наш Бебечка будет донашивать нашу кровать, которая прошла через всех детей.
симпатично. В общем, я потеряла Анжелику, потом потерялась в магазине. Там столько всяких этих самых... Зал. Он ушел. А мы пропустили. Нет. Еще до этой ночи. Короче. Возможно, он уже ушел с работы. Окей, нет, он еще не ушел с работы. Так она его хочет удивить. Не видите, но сюрприз удался. А, вон они. Итак, друзья, буду закрывать мой влог. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи, до новых встреч и бай-бай. Thank you.